Итак, всем привет любителям ремонта. Решаем очередную задачу. Обычная ванна. Видите, и вот такая проблема есть. Ванна — это образование в швах. Вот такой плесень, грибок, как бы черный появился. Вот только начальная стадия, в принципе. Проблема одна. Причина, то есть, то повышенная влажность, вентиляция плохая. И сейчас будем эту проблему решать. Сейчас покажем, как ее. Первый этап — механически уберем ее. Потом будем специальным растворчиком. Итак, первая стадия практически прошла. Убрали силиконовый герметик. Ну, еще, правда, не до конца. И зачищаем швы от плесени и до цемента. Перед тем, как обработать. Вот так примерно все это выглядит. Сейчас еще будет промежуточный этап и покажем результат. Итак, мы подошли к третьей стадии. Сейчас зачищена вся плесень, весь силикон убран, весь грибок убран механически. И сейчас начинаем обрабатывать уже медным купоросом. Раствор примерно 100 грамм на литр, концентрация такая. И примерно вот так вот начинаем все швы проходить. Возможно, сейчас понадобится и брызгалка, чтобы попасть туда подальше. Вот так вот. Все обработаем перед нанесением стола. Итак, следующий этап прошел. На два раза обработали медным купоросом. Все подсохло. Зачистили. И сейчас будем заполнять швы. Потом уже покажем финишную стадию, как все будет красиво. Итак, последняя стадия. Все было обработано на два раза медным купоросом. И снова все швы замазаны. И вот получилась такая ванна чистенькая. Все. Со всеми швами. Вот видите, все аккуратно сделано. Так что все проверено, рекомендую. Надеюсь, грибок и плесень больше никогда не появится.